Позиция маму. Шаг лошади. Носки расставлены, больше похожи на южное ушу и дзимабу, когда немного расставлены носки. Колени, вот эти точки, на ноготь среднего пальца. Таз подвернут, анус поджат. Соблюдаем питун и тиган. Что это такое? Это подтягивание и подворачивание таза. При выравнивании яома, большой поясницы, которая начинается на две ладони выше нашего копчика, и заканчивается на ладонь выше колена. То есть вот это все в Китае называется яома, единая поясница. Итак, носки чуть-чуть расставлены. Руки в положении танжи-шоу. Причем, если мы берем плоскость и кладем вот так, не так, не так, не вот тут, а именно вот плоскость. Здесь руки стоят у бедер. Первое движение. Дыхание произвольное. Мы поднимаем до уровня плеча. Далее глазами направляем скос на ноготь и ведем ноготь глазом. Вторая рука поднимается. Здесь мы охватываем, и у нас отсюда идет. И вот это вот идет упражнение, вот оно выполняется. Мы используем движение яома, руки мы выключаем полностью. Руки идут по телу для того, чтобы делать массаж внутренних органов, нейдзан массаж. Это первое упражнение. Второе упражнение. Руки стоят таким образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Вот оно. Оно, если в таком режиме, оно выполняется вот так. Если мы делаем это режим плавно, у нас здесь вот скрут для почек. Вот у нас это поворот и поворот. Голова на 45 градусов смотрит вот в эту точку. Отсюда мы держим шар, соблюдая двойной сункай. Две ямки в плече. Вот у нас поднимается рука, мы его выводим. Указательный вниз, три вперед. Правая выходит из-под левой. Разворот с поддавлением, давится плечом на бедро. Угу. Макушка поднимается, язык к альвеолам верхних зубов. Взгляд сопровождает в центр, затем рука, сустав большого пальца, округление делает, образовывая хукоу, пасть тигра. Вторая рука делает вот такое движение и приводит в упорядочение, центрует локоть. Локоть выводится на уровень таньчжун, среднего дантяня. Затем идет движение молэй, трение ребер, и мы ставим его на прежнее место. Вот такое упражнение. И последнее, третье упражнение, это чайка ловит рыбу. Щепоть. И открытая ладонь. Щепоть ставится на плечо. Здесь у нас плоскость. Здесь выявлено. И у нас идет щепоть сюда. Здесь к уху. То есть у нас и гибкость плечевого, и спираль скрутки идет. Мы выходим. Локтем выравниваем плоскость. Голова делает движение обратное. Журавль пьет воду. Стопа разворачивается. Вторая стопа доворачивается. В это время мы подсаживаемся в ворот колена, и колено соответствует носку. Здесь у нас выходит вверх рука, а дальше делает вот такое движение. И движение выглядит вот так. Вот три упражнения. Подарок.